Всем привет, дорогие зрители! Приехал в район Махмутлар. Здесь в новом проекте продаются несколько квартир двухкомнатных, 55 квадратных метров брутто. Жилое помещение где-то 48 квадратных метров. В этом проекте присутствует инфраструктура почти вся. Быстренько сниму и пойду по квартирам. Цены здесь начинаются на двухкомнатных квартир от 55 тысяч евро и выше. На каждом этаже там разница на 2000-3000 евро. У меня тут есть квартиры как на втором этаже, это как третий этаж. И третий, четвертый, пятый, также есть седьмой и восьмой этаж с видом на море. Я отсниму нижний этаж и верхние этажи. Кому будет интересно, на месте можем все обсудить. Кому интересует недвижимость в Турции, обращайтесь, поможем, чем можем. Вариантов много. По вашим критериям все найдем. Так. Вот, дорогие зрители, новый проект такой. Здесь вот открытая парковка. Состоит из одного блока. Вот такой проект, голубого цвета. Проект будет сдан окончательно с инфраструктурой приблизительно 3 месяца. Мне сказали 2, но я скажу, что 3 месяца. Здесь будет детская площадка, вот наш бассейн, я хотел отснять бассейн с верхнего этажа, также я вам оттуда покажу. Пока ноги испачкались. Вот такой детский бассейн здесь, такой просторный главный бассейн. Тут рядом античный город Наула. Я уже рядом снимал другой проект. Здесь квартиры не от застройщика, они куплены. И сейчас продают хозяева квартир. Вот. Вся другая инфраструктура будет находиться за этой стеной. На цокольном этаже этого проекта. Есть там джакузи. Вместимый человек 12. Крытого бассейна нет. Вместо него придуманы как бы джакузи. Так, еще что там было? Сауна есть. Сауна, фитнес. Хамам. Римская парная. И генератор, и все. Открытого бассейна нету. Вот. Входим в проект, который называется Blue Tower. А здесь лобби. Вот здесь будет лобби. Детали мы можем обсудить, когда вы, кто хочет купить, приедет и поговорим. Присутствует два лифта. Один с этой стороны, один с этой стороны. Здесь пока не готово, но 2-3 месяца обещают, все доделают. Так, вот такой просторный лифт. У нас квартира, о которой я говорил, находится на втором этаже. На третьем, четвертом, пятом, шестом есть у меня. И есть седьмой, восьмой. Если память не ошибаюсь, потому что я уже перепутал их много. Минимум 7 квартир у меня есть на продажу. Так, поднялись мы на второй этаж. Сезам, откройся. Я в лифте остался? Нет. Так. Вот такой коридор полукруглый. Вот та квартира, которая продается 55 тысяч евро. Вот такая здесь кухонная часть. Даже цвет мебели сделан под проект. Голубой с белым. Красивые оценки. Такая вот у нас гостиная, совмещенная с кухней. Брутто 55 квадратных метров. Жилое помещение 48. Здесь у нас санузел. Здесь будет душевая кабинка. Здесь у нас подарок в санузле. И здесь будет у нас раковина и кран, все. И вот наша спальня. Вот такая спальня в длину как бы.
Место для кровати уже стоит. В эту сторону будет кровать идти. Если от, где-то 9 квадратных метров спальня, 8-9 между ними. Тут будет окошко и вид на улу со спальни. Стройматериалы хочу показать, вот такие интересные. Не среднего качества, выше среднего качества. Также покажу вам шкафчики с доводчиками. Вот островок стоит. Выйдем на балкон. Вот такой просторный балкон. Двухкомнатная квартира. Вид, может быть, в той стороне закроется когда-то, но мэрия не разрешает строить 50 метров до наула. Вот наула. Может быть, там 50 метров есть, может, тоже запретят здесь строить. Но сказали мне, что 50 метров до наула запрещено строить. Как бы не разрешено строить. Вот бассейн, который я снимал снизу. Поднимемся мы на 7-й и 8-й этаж. Кому будет интересно, кто хочет купить квартиру в Алании, обращайтесь. Поднимемся на 7-й. Я спросил мастера, спрашиваю, 2 месяца займет? Нет, и говорит, за месяц закончит проект. Ну, я в этот раз не позитивно думаю. Думаю, что 2-3 месяца займет. Да. Вот эта квартира продается. Здесь цена 66 тысяч евро. Вид на море, дорогие зрители. Планировка одинаковая. Вид на античный город Наула. Также есть вид между зданиями. Если построят, вот здесь будут строить. Здесь до сюда запрещено строить. 50 метров надо отмерить от Наула в ту сторону. Вот так вот. Такой вид тут. Также есть вид на эту сторону гор. Планировка одинаковая, не буду снимать. И поднимусь на 8-й этаж. Где у нас лестница? Вот лестничная площадка. Заодно увидели и лестничную площадку. Из мрамора у нас лесенки. Пожарный выход здесь был. Так. Квартира находится одна в этом углу. Цена этой квартиры 70 тысяч евро. Здесь планировка немножко другая. Вот такая раковина у нас. Здесь душевая кабинка. Здесь вытяжка будет. И вот наша спальня. Вот такая спальня. Даже видна крепость Алании отсюда. Наула. Также здесь не закроется вообще никогда. Вы видите, снизу уже стоят крепости старые. Стены какие-то там. Старого города Наулы. Так, у нас здесь вот такая прихожая. Вот. Проходим. Здесь квадратура побольше, чем 55 там внизу. Потому что есть длинный коридор. Вот такая кухня-гостиная. Округленные окна здесь. Здесь, наверное, 58-60 квадратных метров квартиры. Вот такие потолки интересные. Освещение там LED. И вот такой балкон. Балкон одинаковый по размерам, как внизу. Но потрясающий вид именно с этой квартиры. Сами оцените. Наши любимые подписчики, зрители, гости, даже риэлторы Алании. Вот какой красивый вид на Аланию. С этой стороны видны также горы. Вот здесь еще продается такая же квартира, такая же цена.
если я не забыл, это у нас эта квартира. Есть одна. Да, одна из них. Не помню, какая-то из них. Вот тоже такой вид. Тут две квартиры на 8 этаже, у которых хороший вид на море, на Наулу. Хочу подвести итог о этом проекте. Проект будет сдан через 2-3 месяца, но мастер сказал, что месяц максимум займет время. Ну, надеемся, что они закончат за месяц. Инфраструктуру уже я сказал, будет сауна, хамам, детская игровая площадка, джакузи вместо открытого бассейна, вместимость 12 человек. Бассейн есть, генератор, открытая парковка и там еще какая-то игровая площадка для детей, комната. Значит, квартира начинается, цены со второго этажа, это как третий этаж, 55 тысяч евро. И поднимаются на каждом этаже по 2 тысячи, одна только 3 тысячи евро, это окажется на пятом этаже, разница между ценой. На седьмом этаже у нас цена квартиры 66 тысяч евро, на восьмом этаже две квартиры у меня за 70 тысяч евро каждая. Один в той стороне, один в этой стороне, где я стою. Если вы желаете купить недвижимость в Турции, именно купить квартиру в Алании, обращайтесь, помогу, чем смогу, по любым критериям. Дорогие зрители, вид вот этот никогда не закроется, так как здесь античный город Наула. Вид на море остается у вас, снег между зданиями, видите, уже увидели, наверное. И высокие этажи. Нужно обставить квартиру. Обойдется вам 3000-5000 евро. Если интересует дизайн, у нас есть свои дизайнеры. Мы также занимаемся постпродажкой. Поможем вам. У нас невысокие цены. Все, с вами был Агаси из Солнечной Алании, район Махмутлар. Забыл конкретно сказать вам. Расстояние отсюда до моря максимум 750-800 метров. Кто бы вам что ни говорил, я сам отметил по карте Google. Мне говорят 450 метров отсюда, но нету такого, чтобы до воды было 450 метров. Это до дороги 550 метров, 570, вот так. Это вот главная информация, расстояние до моря. Дорога будет асфальтирована общая. Инфраструктура, магазины, рестораны, все присутствует в шаговой доступности от этого проекта. Все, всем пока-пока.